Хай, народ, с вами я, Лормакс, и мы продолжаем играть нашу дичайшую игру. Даже приношу свои глубочайшие изменения, как видите, я прокачал без вас рыцаря. Ну как? Я думаю, сейчас сниму красивый, мощный, годный видосик. Но ни хрена. Я купил тот сет, который я реально смог. И рили, то есть я прошел с 9 главы по 12. 12 я на ней ливанул и думаю, ладно. Три главы не буду перепроходить, это очень долго, нудно. Хотите их проходить? Это то же самое. Реально. Только изменили локации и все. Финальная битва и все, реально вот. Может, что-нибудь прокомментирую там. Ну, нахуй иди! Нахуй иди! Я в кустике рублю! Я санитар, блядь! Ой, я садовник, сука, санитар. Нахуй иди! Иди нахуй! Нахуй иди! Я садовник! Нет, беги, мудак! Ух, ёбаный в рот. На нахуй! На въебало нахуй! Да нахуй иди! Вася, готовца! Эй, ебанутый! Беги, сука! Пацаны, ждем. Держаться. Беги, сука, сюда! Нахуй, нахуй, нахуй! Ты что, ебанутый? Да пошел ты! Беги, дебил, блядь! Фу, блядь. Хуй тебе! Хуй тебе! А вот хуй тебе. Хуй тебе. Нет, иди нахуй. Бля, ебать меня нахуй заржал, блядь. Ты что, мне пизда была как... Блядь. На нахуй. Пизда, 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 пизда. Ой, пизда, пизда, пизда же мне пришла. Давай, это за Стромгард. Я ебальником ударился, прикол. Эй, мудила! Нет! Нет, 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 нет! О, сука, пидорас, он там стоял, блядь. Сука, пиздюк, блядь. Последний удар. Нет. Нет, беги! Очень мало хп. Где он? Туда бежим. Где он? Удар! Да что такое? Что за хуйня? Почему я... О! Ладно. Не бомби, Лормакс. Все заебись. Блять, я что буду долго его хуярить? Блять, у него фул броня, что я думаю-то, блять? Что это за хуйня? Почему я говорю ему? Ебани его, да я нахуй, я ж пиздюк, блядь, конченый, блядь, мудачество, нахуй. Иди нахуй, на, беги, мудак! Сука, охуеть, блядь, ты ебанутый! Сколько еще, блядь, фейлится, мудак? Заебись, блядь, заебись, сука, дебил! Мне более-менее стало получше. Бить кустики очень интересно. Потому что, блядь... Что, простите-ка? Мне похуже на тебя. Я в такое говно играл, поверь, то что... Да нахуй ты иди. Подошел живо. Ебал получил. Иди нахуй. Все, теперь не надо бомбить. Все, заебись. Да почему? Блять, ну реально, я отпустил, не атакует. Что это такое? Реально, как от этого не бомбить нахуй? Правильно, блять. Он не атакует, он же ебанутый, сука. А, наверное, до конца.
хуй знает. Ну, блядь, ну раньше так делал, заебись же было. Что это такое реально? Вот Рилли, он залагал еще, заебись! Что это такое? Вот реально. Правда, эту игру просто нормально будет. Это просто, блядь, реально. Я напишу им, сука, комментарий охуевший, что, блядь, реально 10к и в конце... Нет! И в конце игры это уже покупать. Заебись, мне 10к надо копить еще, блядь. Вы не ебанутые. Я на поиск сейчас взлом какой-то игры. Нет, отбеги, дебил, блядь! Ты мудак! Не... Да, блядь! Что это такое, блядь? Да пошли вы нахуй! И реально, мне кажется, просто, блядь, ну шум охуительный комментарий. Если сейчас я всру, то придется ставить видео на паузу и делать какую-то магию. Где ты, мудак? Почему он не атакует? Ты ебанутый. Беги! Мне уже пизда. Почему раньше хотел бы заебись? Я кажется, понял, как его победить. Ты ебанутый рыцарь! Ты ебанутый, сука! Нет! Нет, сука! Ладно, последний раз стреляли, последний раз, и будем колдовать. Не знаю, понимаете ли вы о чем, но я не буду читать скачивать. На эту игру читы! Бля, сайте размешил, нахуй. Кто смеялся, как мудава. Сука, вот реально, я умею смеяться, нахуй, как мудава. На, въебала! Иди нахуй! Да, блядь, почему меня затормаживается, нахуй! Заебись, мы друг друга ёбнули. У меня хп еще мешу. Чё за читы, сука? А, у него же при, наверное, охуетить. Нет! Охуенное оружие. Иди нахуй. Я чё, съебался от него? На, въебал. Да отбеги ты, сука, почему? А, там что-то я глушаю сильно. Ну, бля, ну реально. Не ты нечестно, тем более слабее его. Нахуй иди! Иди нахуй! Еще если я зафейлюсь, я хуею от жизни. Отбеги! Держать строй, наступаем. Отбеги! Нет, 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 нет! Шансы равны. Да! Нет, нет, да почему я погиб? Хотел папочка поколдовать, но нифига не вышло. Тут две вещи, тут надо, блядь, реально стратегию применять. Чем я сейчас реально буду заниматься? Сейчас реально применю одну стратегию, которую только что придумал. На которую вы даже сами видели. Это ебанутый. То есть, если делать вот так вот, то есть не отбегать подальше, он не видит меня, то есть могу только спрятаться. А вот хуй тебе! Его более-менее успокоился сейчас. Я не бомблю сейчас так сильно. Не, не нахуй. А, то что-то мне не важно, сейчас заебись. Давайте-ка порвем кустик и заманим его в эту сторону. Ты ебанутый. У нас бой, между прочим! Дебил! Придурок! Конченая ты овца! У нас твоя битва! Удачи, ёб. Выпусти, я больше так не буду. Иди нахуй! Нахуй иди! Мы бомжи, блядь! Сука. Нет, нет! А почему? Я говорю, убегаю. А, не, нахуй, я же ебанутый. На, нахуй, да въебала.
Блин, это понял такой, ебать, кафаш. На нахуй. Нахуй иди, иди нахуй. Я получается немножко ебанулся. Ну, ножок ебнуть, да? Заебись! Он реально помощнее меня, а мне это бесит! Я не зря стал снимать, мне кажется. Так вот. Нахуй иди! Дед, мой кустик! Мой кустик, сука. Мой кустик! Пидорас, блядь! Это мои кустики! Подошел. За кустики давай, ответь. Поясни за кустик, сука. Я какой-то кусточный, блядь, офник, нахуй. Поясни за латы, пидорас. Нахуй иди! Ну вот что такое, блядь, блядь. Тун-тун-тун-тун-тун. Где покупал латы, пиздюк? Поясни за латы. Поясни, сука, за латы. За латы поясни. За латы поясни. Ну поясни за латы, сука. Извини, ну понимаете, просто это игра про рыцаря офига, который... Алло, всем поясни за латы, нахуй, за этого пиздят. Ну, пытаются. Так как я рыцарь, поэтому нас не пиздят. Ты ебал, ты что там делаешь? Гопник рыцарь пидорас! Как было в одной игре про одного блогера. То он помню, блогер орал, да вы заебали меня троллить, короче, что-то типа того. Реально блогера жалко было, плакать можно было. Ну, бля, у него более лям подписчиков. Ну, так, если знаешь, что у блогера. Начинается он на Ф, кончается на М. Там одно слово. Короче, я буду просто, наверное, помалкивать в тряпочку, потому что реально. Хули торгеть, пидорас. Нет! А почему ты не врезаешься? Так, отлично. Да, блядь, тебя ударить не могу, мудила! Навъебала! Пидорас, блядь! Беги! Чи, да? Чи или не чи, блядь? Мне кажется, мы сейчас выиграем. Так, ебало завали! Да, я король, детка! И все, может быть. Фу. Чемпион! Все? Я не буду эти уровни проходить. Я сейчас охуел, реально, я сейчас выходил и написал им мега плохой комментарий. Ну как мега плохой? Можно зайти на эту игру и посмотреть, что я им написал. Название этой игры вот так вот. Playmobi. У меня фирма называется. Ну что, ребята. С вами также был Лормакс. А, что могу сказать об этой игре? Ну, игра не очень. Реально, я как бы, как я написал, но не советую в нее поигрывать. Ну, блин, реально. Хотите сделать реальную игру, они сделали картошку. Сейчас дело потише. Хотите сделать хорошую игру, вы берете, продумываете сюжетную линию, продумываете много квестов, как в той игре, которую я знаю, вот, я не говорил вроде. А я не говорил. А, в старавшемся видео говорил. В общем, там реально что есть сюжетная линия, или я говорил, я не помню, я не буду пересматривать, потому что реально, та игра охуительная. Сейчас вот по давайте надо будет шкала максов, в честь меня, ну, я Лормакс, пусть будут максы. Я даю 3 макса из 10. Почему 3? Потому что это не игра не самое говно, я сдаю игры похуже, это раз. Во-вторых, тут как бы легко копятся денежки, это 2. Ну, 3 тут, ну, графон есть. Средненький, но не самый лучший. Поэтому только 3 макса из 10. Также я знаю и игры от них же, но я не скачивал их.
На Вральте скачаю. После этой игры к ним ютуб отвращение. Ладно, ребята. Всем удачи, всем пока. С вами был Лормакс. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Это было самое худшее. Нереально.